мама, у них разница 15 лет, нормальная разница, не такая уж большая. В общем, были слухи еще летом, а вчера опять их заметили в рестике итальянском в Санта-Монике. Ой-ой-ой-ой-ой, сволочь! Какого ты хера, блядь? Женщина поворачивает, разворачивается на повороте, этот несет, и я прям на глаза. А как я проглядел? А ты меня смотрел? Вот она в красном, разворачивается вот здесь, а этот несет Боба прям в дверь. А он откуда ехал? Вон, летел оттуда. А она разворачивается вот здесь на перекрестке, чтобы туда ехать назад. А он на красный, наверное, уже? Он снятся в его клипе, он уже снятся в ее фильме. Она виновата. Она виновата будет. Да. Ей не надо было разворачиваться. У нее номера какие, не российские? Ну, да. Ну, идиот. Долбоёб, блядь. Дима видит. Это стол уливается, нахуй. Пиздец. Шкоду жалко. Да. Дима видеорегистратор, нахуй. Бля, больше обидно, что он заказ не делал. Ой, блядь, не заказ. Да, кому ты ехал. Да похуй уже. Стой, блядь! Куда уехал, блядь? Черт ебаный. Е787НВ. Все, я сейчас здесь встану, блядь. Че, коснулся? Да.
Давай иди сюда. Чё, булар просто... Ну, давай иди. Соған дынады ол да. Бля, я думал, сюда вот что ли съездить, блядь, прокатиться на тобой, на той раме. Куда? Сюда вот. Нет, блядь. Блядь, это ебать, что это было-то? Да, полезай, полезай, братан. Бах! Как специально. Все потекло. Это самый потек у него. Ну, как специально. Тот поехал, этот газу дал. Ну, это прям хорошо, да? Thank you.